Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Сегодня воскресенье, 15 сентября и мой отчетный день. За неделю у меня ушло опять всего 400 грамм. В объеме талии, груди и бедер не ушло ни сантиметра. Ну, в общем, сейчас организм, видимо, устает и очень медленно уходит вес и объемы. Вот за неделю я не скинула нигде. Осталось все на прежнем уровне. Итак, мои хорошие, сейчас я вам покажу, сколько я на сегодня, мой вес. Я отойду, покажу тебя. Итак, мои хорошие, на сегодня мой вес. Так, куда-то я сегодня не туда иду. Вот, 77 ровно 400 грамм минус за неделю. Итак, мои хорошие, смотрим, как я выгляжу. На свои 77 килограмм за неделю ушло, к сожалению, только 400 грамм. Но все равно я хвалю свой организм, говорю ему спасибо, будем медленно, но верно идти к своей цели. Возможно, сегодня вечером я запишу еще одно видео, оно касается ваших вопросов. А пока, мои дорогие, кому понравилось, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех жду на своем канале. Приходите. Кто не подписан, не забудьте подписаться. Не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.